кадре хочу быть. Всем здорово. Но заткнется сегодня. Нет, ну это невозможно. Ну что ж, всем вам счастливого пути. Я сейчас проверю, насколько вы дружная команда. Давайте вот так все вместе громко скажем. Счастливого пути. Пошла. Мы, короче, уже селим. Через 2 часа уже будем в Ярославле. Примерно плюс-минус. Установлен был Семидов-Сток уже в 2005 году. И поэтому вот бульвар, по которому сейчас будете путешествовать с Кларенчиком, называется Семидов-Бульвар. Сейчас мы, короче, около памятника. Ну, что-то было. Что-то было, да. Что-то было. Подожди. Да. Чё? Но тут реально красиво. Я снимаю! А я не сюда, я идем. Идем мы такие к памятнику, идем, и тут обоссался. Надежда Николаевна, вы устроились не учителем работать, а кем-то другим, да? Короче, на улице жарень, а в автобусе еще более жарко. Мы тут просто все сырые. Сейчас пойдем и все покушаем и поедем обратно домой в Иваново. Капец, нам дали на все про все полчаса, а мы за эти полчаса только вот в очереди простоим. Это нифига не клево. Можно, пожалуйста, 5 за 250 и 1 сообщение по 50. Хорошо, я уже заказал. И сейчас будем ждать заказ. И все.
заказы. Вот, сейчас присели за стол и будем кушать. Нормально, да, положила. Вот. Мы взяли с собой, чтобы поднос не брать, так как мы сейчас покушаем. Сейчас покушаем и пойдем туда обратно в автобус. Вот. Взяли мы по 250. 5 за 200. 5 за 250. Вот. И... Что еще? Тебе положили, а мне... Как там? Айс... Что-то... Айтвистер. Вот. Первый раз в KFC находимся. Вот. Первый раз в KFC находимся. И еда тут довольно вкусная. Даже за один укус. Нет, мы уже вышли из KFC, взяли с собой пакеты. Вот, что мы не доели. Надо я. Вот, и сейчас мы идем садиться на автобус. Вот, а после чего мы поедем обратно. На болты. Переделать. Знаете, просто такое крутое ощущение, когда после теплоты такой, плюс 26, приезжаешь в Иваново под вечер в 7 часов, и просто видишь вот это. Ну, как это понимать, а? Привет. Просто приезжаешь в Иваново в одной футболке. И типа, а тут дождь. Чисто по кайфу. Типичный куплетник и минаж.